Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Криптофротман. Сегодня мы с вами поговорим про монеты, которые необходимо или стоит посмотреть, изучить и, возможно, приобрести на споте, пока мы еще находимся в зоне аккумуляции. Да, у меня есть подобное видео, но я хочу выделить именно основные монеты. Любая криптовалюта является высокорискованным активом. Однако есть в высокорискованных активах менее рискованные. Поэтому на этом я хочу акцентировать внимание и рассказать вам, на что обратить внимание даже прямо сейчас. Я знаю, что многие не закупились, многие пришли только сейчас в крипту и наверняка кидаются со стороны в сторону, что же купить. Я вам не буду говорить, на какой крипте заработать миллиард иксов. Я вам расскажу фундаментальную крипту, стабильную крипту, крипту, которая уже вот много лет держится на плаву и показывает результаты. И четвертое, самое главное, купив эти монеты сейчас, в случае какой-то страшной неудачи и падения дальше вниз, исходя из геополитической обстановки в мире, в любом случае вы все равно вернетесь в свой ноль. С высокой долей вероятности. Итак, первый основной актив. Это, естественно, биткоин. Дневной таймфрейм, вы видите, что он находится в зоне аккумуляции. И любая цена, которая находится в этой зоне, является привлекательной. Можете накапливать частями. Следующая монета – Атом. Атом у нас имеет восходящий канал аккумуляции. Привлекательные цены были, конечно же, здесь. Есть вероятность, что он может опуститься до 8,5 за доллар плюс-минус. Но в любом случае, от своего хая он достаточно неплохо опустился вниз. И постепенно на этих просадках можно также его приобретать. Особенно, если учесть, что мы работаем на долгосрок, на года 3. Через 3 года мы будем фиксировать прибыль. Ада Кардана имеет у нас в данный момент нисходящий канал аккумуляции в виде клина. Соответственно, даже сейчас цена для Ада Кардана является привлекательной. Возможно, может стать еще чуть ниже. Однако не стоит надеяться на это. Всегда нужно закупаться лесенкой. XRP попытался выйти из своего канала аккумуляции, протестировал свою зону поддержки и, соответственно, выписывает что-то наподобие двойной вершины. Возможно, он должен будет отвернуться где-то в районе 0,44. Однако, пока гарантии вам никто не дает, ретест прошел успешный на дневном таймфрейме, поэтому есть вероятность, что при определенных условиях может дальше постепенно нарастать, как тот же Атом. Поэтому постепенно можно на него обращать внимание. Эфириум имеет восходящий канал аккумуляции. Соответственно, в данный момент времени он находится на нижнем своей грани. Есть вероятность пролива и движения вниз, как минимум к 1000 долларов за эфириум. Однако, как и говорилось ранее, накапливать нужно постепенно. Никогда не знаешь, какая цена будет лучше. Следующий, Chainlink, имеет горизонтальный канал аккумуляции. Сейчас мы находимся у зоны медианы. Есть вероятность как пробоя вниз, так и движения до верха канала аккумуляции. Уже как само собой разумеющийся, находясь посередине, эта цена, как ни крути, является привлекательной. Solana имеет также горизонтальный канал аккумуляции. Сейчас мы находимся чуть ниже медианы, то есть середины, и практически на самом его дне горизонтали спутника. Поэтому цена является привлекательной, однако есть допуск, что можно опуститься до 26 долларов за Solana. XLM, Stellar, соответственно, имеет горизонтальный канал аккумуляции. Расторговываемся у зоны медианы, середины. Поэтому, как само собой разумеется, цена привлекательная. Можно накапливать. HLD, соответственно, имеет у нас горизонтальный канал аккумуляции. Сейчас мы пробили медианку и консолидируемся выше ее. Поэтому есть смысл накапливать также постепенно. Bitcoin Cash имеет горизонтальный канал аккумуляции. Расторговываемся чуть ниже медианы. Цена относительно симпатичная. Matic имеет восходящий канал аккумуляции. Соответственно, примерно сейчас находится на дне своей восходящей диагональной линии. Есть вероятность пробоя данной линии и отпуска вниз к райончику примерно 0,7 за Matic. Но в любом случае и актив, и цена привлекательны. Polkadot имеет нисходящий клин аккумуляции. Соответственно, сейчас находимся по одной из самых привлекательных цен. В принципе, может быть и ниже, но и сейчас цена более чем идеальна. Litecoin имеет горизонтальный канал аккумуляции. Находимся у зоны медианы. В случае пробоя можем опуститься в райончик 46 долларов за Litecoin плюс-минус. Если медиана удержит, можем пойти дальше к 63 плюс-минус долларов за Litecoin. VeChain имеет горизонтальный канал аккумуляции. Сейчас находимся на дне данного канала аккумуляции. Именно поэтому цена является одной из наиболее симпатичных. AVAX имеет горизонтальный канал аккумуляции. Находимся ниже медианы. Находимся на горизонтали спутники. Соответственно, очень симпатичная цена. Есть вероятность опуститься вновь в район 14 долларов за AVAX. Dash
находится в горизонтальном канале аккумуляции. Находимся на дне канала аккумуляции. Именно поэтому цена является очень симпатичной. ICP находится в горизонтальном канале аккумуляции. Находимся на горизонтали спутники. Сейчас тестируем зону поддержки. Есть вероятность опуститься в район 4,5 доллара за монету. Но уже даже сейчас можно накапливать по этой низкой цене. Таким образом, мы рассмотрели фундаментальные, очень серьезные монеты, которые на дистанции должны дать однозначно как минимум 5 иксов и более. Все это речь про долгосрок. Никто не говорит купить сейчас, попасть в просадку на следующий день и кусать себе локти. Вы покупаете на годы, вы инвестор. Трейдер занимается совершенно другими делами. Поэтому учитывайте этот фактор. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. В описании под видео есть три хорошие биржи. Bigit, Bybit, Femix. Bigit и Bybit с нулевой комиссией на споте. Также вступайте в мои социальные сети. TikTok, Telegram, Twitter. И если очень богатая бабушка завещает инвестору коттедж, то скорее всего этот коттедж будет продан и деньги, вырученные за этот дом, пойдут на спот типа биткоина и эфириума. А если этот же дом бабушка завещает другому внуку, который трейдер, то с высокой долей вероятности в подвале этого коттеджа будет шумно, так как там он устроит серьезную криптоферму. Поэтому, бабушка, будьте умной, переписывайте хату на кота. Всего доброго!